Норвегия установила новый рекорд по продажам эко-авто. Автомобили на новых источниках энергии, в том числе с электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили 31,2% всех проданных в стране новых машин. Норвегия по итогам 2018 года установила рекорды по доле экологичных автомобилей, как среди новых регистраций, так и среди всех машин на дорогах, свидетельствуют данные службы информации о дорожном движении Норвегии, пишет Интерфакс Украина. По данным службы, автомобили на новых источниках энергии, в том числе с электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили 31,2% всех проданных в стране новых машин, в 2017 году эта доля равнялась 29%. С учетом гибридных моделей в норвежском автопарке появилось 49,1% таких автомобилей, на 10,2% больше, чем годом ранее. Объемы реализации экологичных машин подскочили на 40% по сравнению с 2017 годом. Между тем, доля автомобилей с дизельным двигателем в продажах снизилась с 23,1% в 2017 году до 17,7% в 2018 году. В общей сложности из 2 миллионов машин на дорогах Норвегии 10% приходится на экологичные автомобили. Электромобили в Норвегии не облагаются НДС и налогом на покупку автомобиля, поэтому обходится дешевле, чем аналогичная новая машина на бензине или дизельном топливе. Кроме того, во многих населенных пунктах экологичным автомобилям предлагается бесплатная парковка, а кое-где также бесплатная подзарядка и право пользования полосами для общественного транспорта. Правительство Норвегии хочет постепенно снизить льготы и привилегии для владельцев автомобилей на новых источниках энергии. Однако они сохранятся как минимум до следующих выборов в 2021 году. Напомним, что украинцы в 2018 году приобрели 5-3 тысячи электромобилей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. По материалам сайта newsgra.com.